Йоу, всем привет, друзья! С вами Нубхейтер, и много воды утекло с того момента, когда последний раз я играл в Condemned Criminal Origins. Так вот, в общем, игра про маньяка, собственно говоря, за которым мы охотимся, и про то, как живут маргиналы. Ладно, давайте отправимся в путь. Для начала мне надо здесь кое-что осмотреть и взять птичку скушать. Так, отлично. Здесь ничего нет. Ладно, мы, в общем, были в последней главе на станции метро. Собственно говоря, здесь мы и находимся. Но мы наткнулись на след убийцы, который за нами следил, который нас подставил. И мы движемся по его пути. Так. Тут в основном одни шорохи. Так, что здесь? Ой-ой-ой. Возьмем знак на всякий пожарный. Может быть, он нам поможет. Так, а здесь у нас есть топор. Ну, топор по-любому вещь хорошая. Тем более, когда на тебя нападают с топором. Просто надо шокером пользоваться. И бить по голове ему. Воу-воу-воу, а ты откуда золотой? С пистолетом. Его еще выбили у него пушку. Бум, готово. С щитком. Это вообще симулятор рестлинга такой. Офигеть. Симулятор рестлинга такой психологический. Здесь вот видите, можно добивание сделать такое. Вот, значит, такие у нас дела. Нас, кстати, почти что чуть не убили. Так. Что здесь? Сдвинем объект. Там пистолет. Нам пистолет не нужен. Мне и с топором, в принципе, неплохо. Хотя, может быть, стоит взять. Не, ну прежде мы, конечно, разобьем эту дверь. Так что дальше мы никак не пройдем. А теперь уже можно взять и пистолет так. Понемногу побаловаться, пострелять. Так, надо подкрепиться. Ох-ох-ох-ох-ох. Да. В общем, тяжелые будни полицейского. Нынче. Значит, что мы видим? Пока что, собственно говоря, ничего. Просто идем по следу. Вот. Вот он здесь прибежался. Видите, уже парочка трупов теплится. Так. У нас контрольная точка тем временем. Я слышу бутылочку. Так, выключим свет на всякий пожарный, чтобы нас не увидел этот бомж. Может его пристрелить просто сразу, пока он там, не знаю, тоже он... Да не, видите, как здесь, как в мире животных, собственно говоря. Пока один решил заснуть, другой хотел его уже съесть. Это вот не в мире животных только, а в мире бомжей получается так. Ладно. Ой-ой-ой, что это за хрень была? Человек-невидимка какая-то. Так, пойду я отсюда подальше. По добру, по здорову. Так. Табличка. Давайте возьмем табличку. И атака, и скорость, и радиус у нее больше, чем той трубы. Так, ну вот, опять у нас разборки здесь. Сейчас надо этому по хребту дать. Иди сюда. Какое-то моргание света такое раздражающее. Бумс. Он ждал просто, он как бы встал на колени и ждал, пока ему воткну. Так, ну здесь мы прямым в челюсть вот так вот сделаем лечение, проведем зубов. Такс. Ну здесь ничего нет, кроме нашей аптечки. Я вот всегда так вот дома, если поранюсь, выбиваю аптечку ногой. Так довольно-таки весело получается. Так, ну что, здесь у нас ничего нет. Там топор. Ну, топор я не хочу брать. Так, куда идти-то? Тут столько птей всяких разных. Опа, с дробовиком. Сволочь.
Обезвредили мы маньяка на колени. Бумс. Судья Дред. Готов. А, у него, кстати, один патрон им был. Ну ладно, давай. Ой-ой-ой. Какой-то Макс Пейн прям разворачивается. Какие-то вольные стрелки здесь с ружьями. Ну, вроде отбились, да? Все здорово. Так. Изменить объект. Так, металлическая табличка. А там что у нас? То нельзя посмотреть, к сожалению. Ладно, хорошо. Нам нужен топор опять. Где-то я его здесь неподалеку видел. Вот он. Возьмем топорчик и прорубим проход дальше. Непонятно только, как здесь маньяк прошел этим путем. Видимо, у него есть какие-то тайные тропы. Так, что здесь у нас? Так, аптечка, птичка, птичку скушаем. Ну, аптечка вроде тоже нам помогла. Так, монтировка. Здесь я вижу сейф. Давайте. Там обычно в сейфах лежит оружие, как правило. Ну, мы его и возьмем. На первое время. Ой-ой-ой. Бумс. Дядя Сэм тебя не учил, что ли? Вот так вот мы расправляемся с маргиналами. И тут ко мне кто-то пришел. Ну что ж, немного меня отвлекли от моего любимого занятия. Ну ладно. Сейчас мы расправимся с прикладом. Вот этому панку врубим. Так, что мы будем делать? Головой в лоб. Давненько мы не били. Не прокачивали голову. Так, отлично. Ну, с другой стороны, очень плохо то, что у меня совсем нет аптечек. Так, поэтому надо вернуться немножко назад. Потому что без аптечки здесь жизнь тяжела. Ну и возьмем топор. Заодно. Так вот, ладно. Вроде бы и здесь мы разобрались. Ох-хо-хо. Так, идем вперед. С фонариком все-таки будет получше. Ну, он где-то рядом. Я это прям чувствую своим нюхом детектива. Так. Птичка. Съедим сейчас птичку. Ее можно топором ударить? Так, ну, кстати, вот что птички означают, это вот при загрузке была такая небольшая сноска, то, что там, где их больше всего, там больше всего преступность. Ой-ой-ой. Как неловко у нас все получается. Слетели мы с лестницы. Еще... Ой, 4 зубика. Ой, а, это пилюли. Я думал, какая-то... Женщина, какие-то, я не знаю. Меня мутузят просто со всех сторон. Надо шокером пользоваться. Я особо им не люблю, но чтобы засейвиться, скажем так. Плохой. Оу. Охренеть. Вот это да. Мы мертвы. Ну что ж, давайте тогда быстренько загрузимся. Так, ну что, что будем делать-то? Опять мы в том месте, совсем недалеко. Выбьем, как обычно, аптечку. Так. Попытка номер 2. Также удачно мы спустились с лестницы. Максимально удачно. Так. Теперь начинается просто разборка. Вот это... Ой-ой-ой. Надо позицию повыше занять. Мне тут... В два этих, как его, в два жала бьют. Успокойся, успокойся. Брыкс, он слег. Да что такое? Что за лысая голова во время загрузки? Я просто охренел. Так. Амс. Амс.
прилазим. Хотел ногой подударить. Дали нам по башке. Надо как-то одного... Ты будешь плюваться зубами. Хотя они стали молиться мне, просто... Положи на место каку. Ты еще раз успокойся только. Все, готово. Фух. Ну ладно. Перевели дух. Так это вообще война бан, что ли, происходит, группировок? Как в Манханте. Давненько такого не было. Опа. Мы идем по верному следу, потому что птичка говорит... О, вот он и он. Хмырюга наш. Кукловод. Или как его там? Кукладел. Ладно, побежали за ним. Ну, не знаю, вот эта глава, она какая-то не особо страшная. Как-то все так... О, удирает, удирает! Давайте быстрей. Как-то нету таких моментов, как вот с лестницей. И тогда я просто... наложил кучу кирпичей. Отлично, хоть догадался ты взять трубу. Ну что ж, давайте прокатимся на нашей практически голубой электричке. Вглубь метро. Там, наверное, есть люди посерьезнее. Может, какие-нибудь вообще главари бомжей. Даже не знаю. Матерые маньяки, убийцы. Что это за глюк был? Да, их здесь много. Мчимся мы на какой-то просто бешеной скорости. Если так вот слететь, по идее, ничего хорошего не будет. Так, ну что, когда наша поездка закончится? Похоже, тормозит. Сейчас подберем этих пассажиров. Слазь! Слазь, негодяй! Офигеть, какой он крепкий. Я его и ногой, и жарю это, как его, шокером. А это что такое? На чем я качусь? На микротележке какой-то? Что-то вообще не врубаюсь. Подняться-то можно нам? Ой-ой-ой, похоже, это маньяк идет к нам. Им не нравится, что я без билета качусь на его поезде. Хочет огнетушителем помочь мне забраться из поезда. Ну что ж, вылетели мы нахрен, и похоже, нас ждут серьезные неприятности.